Это уже вторая встреча двух клубов. В октябре соперники встречались в Твери, и тогда торпедовцы выиграли. В этот раз с первых минут они начали уверенные атаки, но тверичи стойко оборонялись. А ближе к концу первого тайма перехватили инициативу. И на 37-й минуте игроки Твери открыли счет. Опасно! И все-таки гол! После перерыва черно-белые вновь попытались перехватить инициативу и отыграться, однако попытки атаковать ворота Твери были безуспешными. А вот контратаки гостей были острыми и на 61-й минуте увенчались вторым голом. Чуть позже последовал и третий гол. Его отменили из-за офсайда. В итоге тверичи взяли матч-реванш за осенние поражения и выиграли этот матч. Несмотря на поражение, тренер владимирцев Дмитрий Везьмикин отметил, футболисты провели динамичную игру. Единственное, не получилось у нас точности в завершающей стадии атаки. Неточные передачи, чуть задерживались с передачами, чуть быстрее надо было работать. Вот в этом компоненте мы немножко недоработали. В итоге после поражения «Торпедо» опустилась в турнирной таблице на 6-ю строчку. Следующий матч владимирская «Торпедо» сыграет на выезде. 6 апреля черно-белые встретятся с командой «Олимп» Долгопрудный в Подмосковье.